Трек пошло. Название дико сложное, понимаю. Скороговорка просто. Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами мы. Ничего не хочу сказать. Это Гаулин. Сложность, жишкач, короче. Я не знаю, и у меня, короче, мозг не может включиться пока вообще. Короче, типа Диаблы, только... Только... Да, это как Рома, это как Дима, но только Рома. Хотите мозг включу? В 85-м году была игра Gauntlet, это была мультиплеерная игра до четверых игроков, Dungeon Crawler, в котором можно было, как в Диабло, ходить по подземельям и выносить врагов. И сейчас создатели Маджики делают новую игру. Я играли в Маджику? Она упоротая. О, трусах, Тёма. Поэтому... Не умничай, короче, все. Четвертый товарищ у нас что-то сегодня не появился, поэтому мы втроем побегаем. Потому что он не очень, поэтому не очень. Короче, я маг. И ненавижу магов. Поэтому ты маг. А что ты говорил, что у меня управление? Давай убьем. Ну ты просто комбинируй там, ё-моё. X и там P, там, а потом нажимай. Ух, нихера. Нифига себе. Ты не шаришь вообще. Ой. Просто человек успел посмотреть, вот. Просто человек вообще хоть поинтересовался, во что мы играть-то будем. Вы зайдете, нет? И магазин. Хорош выпендриваться. Да там денег-то нет, магазин у него. Ага, хорошо. Короче, игра выйдет 23-го, по-моему. Да. Это пресс-версия, возможно, в ней что-то работает не так. Да не, нормально. Но, возможно, в ней Тёма играет не так. Чё так мелко? Ну, что же, люди построили это место, чтобы разгуливать... Бабло! Кто этим голосом говорит? Я? Ты, да, я горел тебя. Черт. Ну, дальше... Надо было действительно затыкать. Я вообще не пойму, пока как маги работают. Это так упор? Да я тебе говорил, она не очень. Ты монеты пропускаешь. Надо было брать рогу. Чё я тебе сказал, ты не очень такой. Нихера ты. У меня есть лазерное зрение. Не знаю, у меня есть топор, трусы. А я могу прыгать. Вы можете так прыгать? Прыгать можешь? А как ты прыгаешь? Ну я-то прыгать, наверное, не могу, я Samsung. Короче, на самом деле это довольно странное управление. Так, мне сказали, что удача на моей стороне. Кто? Удача на моей стороне. Вранье. Короче, лечимся тут курочкой, вот эти напиточки сверху, я так понял, в нашей жизни. О, ключ. Хорошо. Ну, в смысле, наши континью. Значит. То есть, если они кончатся, я не выговорю это, когда наши. Э, it's a trap. My weapon is ineffective. What? Блин, мне кажется, нужно вот эту херню вынести. Нет, это в Neverinternights было. Да? Ну ладно, не важно. Не, может, Baldur's Gate вообще озвучка была? Я не помню. Да. Я тоже не помню. Прикольно играл, чувак. Нет, а озвучка я не помню, а не игру. Да прикольно там была озвучка. И там они орали вообще во время боя, так что этот... Уши сворачивались в трубочку, да. Бомба! Короче, сейчас ключик еще положу бомбу. У меня есть один. На дверях замки. Вау! Где я вообще? Я потерялся, вот. А, сейчас блин, я вообще в центре стою. Бомбо! Я на тебя смотрю, короче, блин. Надо привыкнуть как-то. Так, ну, вот, короче... Сейчас еще положу бомбу. Я сейчас умру. О, да, короче. Да, я убил. Они убили эльфа! You bastards! Вы можете меня вернуть? А, можем, конечно. Я-то че умер, я не понял. Ты че умер? Вообще, что ли? Ключ мой верни! Я бомбу рядом положил. Поставили же скач, никто управление не знает даже. Да чё я умер-то вообще? Ударьте его, ударьте. Нажми на А, восстанавливай. Какой А? Нет у меня больше этих восстанавливал, я ж тебе говорил. Ты несколько раз умрешься. Смотри, мужчина лежит. Ну чё вы там, двери-то откроете, нет? Нет. Невероятно. А можно я его так сделаю? Мой пукан это был. Похоронили. Невероятно. Так, а чё куда мыть? Я не знаю, он просто... Сбоку у вас, ёпта, справа. Ой. Двери, одна из них откроется. Я не хочу открывать, там слишком много всего. А где двери? Ну, у тебя ключ. Inevitable. Господи, что происходит? Так, а ты так и будешь лежать, халявщик? Да, мне норм. Пока вы не поднимете эту какую-нибудь. Восстановительные скелеты. На самом деле, тимплей важен. Я там, допустим, замораживаю врагов, а другие его разбивают. Прекращай. Мог, кстати, ты тпшишься прикольно. Ты видел, ты можешь через эту херню... Мог, точнее, через эту херню тпшнуться, пока дверь закрыта была. Окей, вполне возможно.
Изумительно. Изумительно. У меня что, тупо нету этого, какого-нибудь кулака там, чтобы бить ящики? Ну, нет. Что, я постоянно магию должен включать, что ли? Да. Супер. Так, точно. Мне тоже понравилось. Так, ладно, пока, Тём. Давай, позвонишь. Угу. Что, интересная игра, нет, Тём? Ну, я как тебе сказать? Ну, ты давай во всех красках, пожалуйста. Нету у тебя ключа, куда ты ломишься. Да, вон налево надо, смотри, на полу по-любому шипы. Ну, я же говорю. Ну, ты просто я же Рога, все нормально. А есть ворота какие-нибудь? Нету. Да, вот такой. Есть подожди. Щит. А у тебя в общем, игра, знаете, что напоминает? По большей части даже не Diablo, а этот была про Tomb Raider такая игра. А, Guardian of Light. Вторая часть. Guardian of Light. Да, да, вот. Была. Что с тобой такое? Не, прыгаю. Блин, вот, вот такой же скач. То есть, один человек, который создал пати. Ключ открыл. Открыл. Вот это я зря, наверное. Зачем? Зачем? Да стреляй! Все нормально. Все, короче. Умри, чтобы жить. Один из нас. Не знаю. Короче, вообще не очень все. Вообще, да, прощай. Насколько я понимаю, здесь случайным образом вот это вот рандомно... Да ты на шипах стоишь! Давай я его, короче, исключу просто, и все, чё он тут самый прохаванный ходит, я не понял. Вообще после нет. Всех пришел, еще и дольше всех играет. Окей. Такой. Просто вообще, короче, никакие. Вон, смотри, сейчас это тоже взорвется. Вы видите хоть, как я играю, или вы смотрите на свои телеса? А мы забили вообще уже. Вообще, мы уже в карты играем давно. Мы уже новую игру создали. Кстати, она гораздо интереснее, чем то, что у тебя здесь. У нас там оружие, много денег. А, ну, бабы. Бабы, да. Бабы? Надо выходить. Ну, вон синюю штуку возьми, но у тебя ключа нет, поэтому ты сейчас умрешь. Вы лучше смотрите, как профи играет. Какой профи, господи. Ты ж понимаешь, что ты будешь так долго бегать, пока ты эту башню не уничтожишь? Да, ты уже. Нет, прикольно. Мы можем ожить, Тёма. Вот, видишь? Очень. Отлично. Как? Ну вот это где понесло. Ты знаешь, что ты наделал? Да, я знаю. Ты взял последний. Лишил тебя возможности играть. Ну ладно. Давайте посмотрим, как он сейчас умрет. Куда ты побежал? Да нахрен отсюда. Ой, там еще. Там все враги. Блин. Это было не круто. Давай. Слушай, а ты когда убегаешь в другую сторону, экран не делится нихера. Он такой в непонятках. Эй, ребята, за кем не смотреть? Тёма, нажми наверх на кристалине. Я не хочу. Я умру сейчас просто. Не вовремя там, да? Вот. Кто? Не очень вообще. Рейнджер сейчас всех вытянет. Кого он там вытянет? Их все больше. Да ничего не больше, что ты нервничаешь-то. Как так не больше? Он там просто, я думаю, вот этот череп... Японом. Все, прощай, короче. Жесть, кач. Fucking die. Знаешь, это этот Alert Shooter. Да-да-да-да. Что мне делать? Убивай давай. Все, у тебя все получится. Мне нужно эти столбы уничтожать, а я не хочу бегать. Ну, у тебя есть там другие удары, кроме этого, если что. А он, короче, вот умничает опять. Вот опять умничает. Ну что, я умер больше всех. А зачем туда прыгнул? Чтобы бомбу поставить. Чё он, слышишь, чё он это? Чё делает вообще? Да умри ты! Аааа! Слава тебе, господи. Геройский прыжок. Не очень. Игра окончена. Ну вы, короче, поняли, да? Надо, короче, играть как я. Вот и всё. Я этим магом, это просто какой-то пипец. Давай я магом попробую. Да, давай начали уже. А, да? Две кнопки нажимаешь, потом... Выйти в меню? Давай я попробую. Да ладно, пойдём, всё нормально. Да какой нормально, ты её чё делаешь? Чё, боишься, что ли? Конечно, нет. Чё это за хреновина такие? Вот, чё боится, он сейчас опять ляжет и всё. Так, молния, огонь. Лежать не страшно. Вообще-то да. Две молнии. Сбирай это барахло. Сбира. Это, короче, как в Маджике. У тебя реально магика, да. У тебя, да. Только это всё пока там разберёшься, как оно комбинируется, ты уже офигеешь. Ну так ты и офигей. Ну, он заморозка, крутая вещь. У меня там кулдаун работает. Посмотри, парень такой. Я умер. Я нормально умер. Я сплю. Он просто пиздец. Спасибо. Спасибо. А как ты делаешь? Пошли отсюда.
Не, самый крутой это наверх. Невероятно. Не очень вообще. Ура! Отлично. И да, как бы печально то, что камера, вот если я убегаю, она не на моем игроке фиксируется, она между нами. Всех короче, сразу, да. Делится. Это в блюз какой-то. Не, это нас заставляет действовать сообща, я этого ненавижу. Единственная проблема то, что я постоянно себя теряю, смотрю на кого-нибудь, типа, о, как. Дверь не открывайте только, ё-моё. Я СМП. Все нормально будет. Так, во, там дальний бой. Я тут побегаю. Золото пока соберу. Отлично, вот это вот вообще разделение называется. Спасибо. Командная игра. Разделяй властвуй. Тёма, а как же? Там, конечно, долгий, но что поделать. А, это я сам телепортируюсь? Угу, прикольно. Да, да, я сговорил с вами. Ты можешь даже вот через эту дверь пойти направо и начать выносить всех. Не надо там никого выносить. Вот. Его звали Циклоп. Он был то еще с тем. Открыл? Я открыл, конечно, мне шли. Чего ты вопросы задаешь вообще? Ни хрена себе. Окей. Забирайтесь, мы тут. Мы им подкинули. Я старый, мне уже не нужно, а вы там потратите. На девок румяных. На девок, на бухло. Угу. Хватит! Оф уж этот взгляд! Ау! Жизнь ничего не взгляд ничего. Смерти такой смертельный! Волшебник хочет! Волшебник хочет есть! Очень хочет! Волшебник сейчас умрет! Понимай ничего, прекращай! Не ведешь себя как вообще не пацан. Почему ты мертвый? Почти. Че, мы были здесь или. А, нет, не здесь. Здесь мы и погибли. Так, сейчас нам не только волшебник, походу, помрет. Только не открывайте дверь, ладно? Да, да, да. Естественно. Слева ставлю. Все, я эту херню снесу, короче, а вы там пока делаете всякое. О, вот. Отлично. Блин, а мощный луч. Отлично. Тимплей! Все, открываю. Ну ты там этот хотя бы дождись, там, окей, там. Зачем все это мелочи? Че, размотаем? Че ждать? Да, размотали, короче, всех. Все, красота. Я просто вас верил, вот и все. О, бабло, иди курочку кушай, ма. Блин, бабло. Взял. Он съел твою курочку, представляешь? А потом спрашиваешь. Я вас не снимался вообще. Все нормально. Это не тимплей. Все нормально. Я молодой организм, мне нужно мясо. Этот старик, он все равно жил свое. Вообще, вот так вот оно обычно и бывает. Старик там, тимплей. Угу. Да, пенсионеров кормить, он две курицы лежат и сожрет. Иди ешь, да. Кто маг? Оно сейчас взорвется. Да иди уже жри, ну. Я сейчас не сдержусь сам. Курочка. И правую возьму. И нихера. Так как-то вообще не восстанавливает она. Может, это может оно этот, я не знаю, может я старый. Я говорил. Там все дела, реализм. Подожди, тут наверняка как-то по-быстрому можно прибежать. Да нет? Ты просто ну, бежишь, прыжком. Она тебя не трогает, ё-моё. Да я боюсь, я старый. Чё ты ссышь? У тебя ТП нет, есть, у меня прыжок есть. А, Тёма, а если ты на Б нажмешь, то что произойдёт? У меня вертуха. Неприкольно вообще, малый. Зато у тебя трусы в дырочку. Полосочко! Вы же понимаете, да, что там вот эти столбы, их надо уничтожать? Да-да-да. Ну как, может, начнём? Сначала мне нужно... Мне нужно, чтобы вы... I will cover your ass, old man. I'm coming. Honey, I'm coming. Я просто держу правую сторону, чтобы они к вам не шли. Если правильно еще... держишь. Уничтожайте. Эльф. У меня 19 FPS. Графон! DirectX 11. Ah, my weapon is ineffective. What? Что, взорвется? Где? Вон он я. А, старика убили, старика. Убьют сейчас и меня. Да, тебя сейчас убьют. Если из окружения выйдешь, то... Не, возможно... я сейчас буду башню бить, короче, сколько смог. Да? Все, я не смог. Он как бы не смог. I'm back. Bitches. Давайте текать. А, я помер тоже. Я тоже. Блин, а там мое золото типа валяется теперь. Да, вообще всем плевать на твое золото. Нет, мне. Я бы взял его золото себе. Да, я много брал золота. Да? По-моему, что-то сейчас будет.
Короче... Простите, я... Мне в райсобес нужно пенсию получить. Пенсию гони! Пропустите дедушку к столбцу. Не знаю, на самом деле это пипец какой-то. Сейчас вот маг, вот комбинирование, оно все прикольно, но... Мне кажется, вот этот вот персонаж, который мы не взяли, она хиляет в этом весь косяк нашей. Ничего пати. Она не хиляет. У нее просто огромные красивые она глаза. Там. Ну щиты, ты че, это ж круто вообще. Вот так. Вот. Я, пожалуй, буду... Милый. Валькирия? Да. О, я волшебника попробую. Ну давай, сначала там... X, Y, B, A — это все магия. Это все кнопки и... на геймпаде. До двух, короче, заклинаний можешь скомбинировать, а потом R2 стреляешь, и не беси меня. Это он сейчас. Когда жопа подкрадется. Потом, где предохранитель? Где предохранитель? Where is it? R2? R2 он не стреляет. Почему? Да, и оно классно, он по всем херачит почти. А только у него кулдаун полгода. Ну да, как у всех. Пойдем. Интересный. Где они? Главное, с управлением разобрался, я смотрю, да? Димон? Кто я? Все нормально. Да, разобрался. Все четко. Хорошо. О, я ману взял. У меня она пригодится. У меня он не кастует. Кастует. R2. А, R2, R3, ёпта, у меня стик. Сегодня мы с тобой кастуем. R3 золото. Это было мое золото. Я не могу сломать. А, могу, ладно. Ломай это уже. Во, ты понял? Посуды кидаться умеет. А, вон она, что, все, я разобрался, короче. Конечно, да. Верь мне. И тогда иди вперед. Хорошо. Да, запасим тылы. Я курицу и съем. Я по атмосфере иду, Бам. Я хочу взять вот эту... Я еще более... Вот это золото хочу. Хочу золото вот это. Так а что ты возьми? Ой, ни хера. Смотрите. Давай еще. Салют. Подкинем туда. А я так не могу. Потому что ты валькирия. Зато я умею петь. Давай уже. Валькирить, да? Не открывайте дверь. Я могу вон туда вот кидать им. Нет, но я все равно ключа нет. Вон уже лезут. Даже и не берите ключ, пока мы тут всех не загасим. Слушай, а валькирия какая-то реально конченая, она не дает врагам ударить, сносит. Так я тебе говорю, она самая крутая тут. Смотри. Я взял ключ. Мочи козлов. Не, не могу. Блин, я сложность не поменял-то ни хрена. Да нормально все будет. Не, ну хочется подальше все-таки пройти, посмотреть, что там. Да, блин, он хардкор, он челлендж. Нет, просто тупо смерть и все. Ну, в принципе, да, конечно. Как бы да, но... Так, я по атмосфере похожу. Стрелой. Да, потом по атмосфере похожу. Не-не-не. Сейчас? О-о-о! Кто это здесь? Чётенько. Поздравление. Чётенько, кто ключ брал? Ай. Я ключ брал. Молодец. Молодец, молодец, только нам сейчас пипец. На-на-на-на-на-на-на-на. Оп. Я пока бабло пособираю. Все равно умру. Бабло. Бабло. Я въезжаю. Нет. На самом деле, я считаю, что дверь открывать не стоит. Не очень продуманное решение, да? Ты собрал золото. Я собрал. Ой. А, это враг, да? Ой. Этот маг там вообще бегает, страдает. Ой, не получилось. Ой, это какой там в мумии первый там. Когда к нему мумия шла. Он сначала с крестом такой. Ага. Типа, господи, спаси. Все там перебрал. Там, ой-о-о-о. Это такой. Было круто. Кого-то не хватает, да? Думаешь? Знаешь, по-моему, все нормально. Моя курочка. Как же меня убили. Ну ты идешь там, нет? Иду. Маг. Я хотел красиво все сделать. Как он так только оказался? А можно я живу? А что для этого нужно? $20,000 мне. Значит, хорошо. Мания в описании. Чё ты там один? Вот он тебя опять предал. Я знаю это всегда, так я сейчас ещё и дверь. Подводи их сюда. Я в тебя не предал. Мне очевидно дали.
У меня здесь гейминг. Называется, я тебе не предал. Кто открыл? Вот это ты вообще, короче, не молодец. Ты вообще не крутой. Да вон наверх там открой, беги туда. Не вижу себя даже. Да ты все, ты уже не жилец. Вы офигели, что ли? Короче, предал всех, горит, а теперь. На жесткаче игра довольно сложная, да? Ну я на нормальном играл один. Умирал очень много раз, короче. Я думал, что ты умеешь играть в сложные игры. Да, но я же не должен отделяться. Вот это очень полезно. Замедляет, там, замораживает. Вообще... Если нормально играть, а не как Рокало, тут все очень полезно. Я бы попросил, как Рокало играет только я. О, смотри, что он творил. Да что толк? О, смотри. Да он сейчас спасет Россию. Да нифига. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А я могу этой херней вот эту херню убить? Могу. Херня. Вообще, короче, не очень. Все, у тебя ключ есть, ты можешь ту дверь наверху открыть и убежать. Да, обратно. Самое полезное. А-а-а! То, что я могу сделать, это умереть. О, господи, насколько это все безнадежно. С ними невозможно играть, они играть. Все надежно. Ты вот прям берешь и мои мысли озвучиваешь. Я обожаю, когда ты так делаешь. Изи там, сосунок. Пусикэт. Давай поставь сложность, что ли, полегче, а то уже изнились. Так, подожди, выйти надо. Так, начать игру. Сложность простой поставим, потому что ну его нафиг. Давай самый легкий. Смотреть просто посмотрим, что там дальше, да, и все. Приглашает еще. Сыграю я за. Вообще не очень. За бабу в этот раз. Ну. Ты просто раз играл за бабу. Да я так. По крайней мере, дрался ты как баба. Это не меняет сути. Пошли направо. Я буду за него. Мне понравится. Трапы ты! О боже мой! С кем я вообще? Что с этими людьми? Что с ними? Чего никто не выбрал? Ты видел ее лицо вообще? Настоящая дегенератка. Как бы да. По маминой линии. Дегенератка по маминой линии. Бомбочки. Че вы там? Пристали к деду, пошли уже. В смысле, к какому деду? К деду, пердеду, там. Да ты успокойся. Ты сложность поменял? Поменял. Хорошо. На свои трусы. Труски поменял? Да. Теперь мне уютно. My weapon is effective. What? 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 А вот это слабый рад, кто будет эти? Да нафиг надо, мы все равно умрем. Рафик надо, говорю тебе. Рафик надо. Чё у меня один день? А, 684. Кто маг? Давайте медленно идти, я маг. Чё медленно? Давайте. Да, мне порадовало. Мне вот нажал в сторону врага. А у меня щит есть, оказывается, которым можно пользоваться. Отлично. Да? Просто Артур играл, он вообще не в курсе был. Всё, а чё, когда мы играли на той сложности, курица была золотой, а сейчас цвета курицы. Цвета курицы. А была золотой, какого хрена? А, окей, хорошо. Значит, я что это означает? Я пошли? Даже уже выучил все. Хватит там закидывать. Не открывайте дверь. Угу. Да, Артур, не открывайте дверь. Чё, Артур? Ключ вообще не берите даже. Почему? Давай, появляйся. Потому что не появляется? Сейчас мы ключ возьмем, оно вылезет. Да. Ну, вы двери не подпекайте. Мне кажется, из-за того, что... А, нет, смотри. Да. Нет. А до этого появлялось же. Нет. На. Лямы, короче, на сложности жесткач классно играем, да? Я, короче, открывай. Разносим. Ну, открывай. О, ключ. У тебя ключ. Открывай. Че у меня-то у всех ключ? Ты же взял ключ, у тебя только ключ. У всех ключ был. У тебя ключ. У всех он работает одинаково. Нет. Ну, я подходил только что, у меня почему-то ничего не открылось. Ох, короче, ты так вообще... Деньги-то возьмешь, нет? Зачем мне? Что тебе? Вы когда себе хотите мозг сломать, при чем тут я вообще? Вы думаете о том, что я еще с вами сижу? Зачем? Да, не кондиция получилась, что за теперь расстраивать. Сидит, думает, небось, нам типа... Вот, смотри, вот мясо как мясо, а то было золотое. Какого хрена? Что? У меня дома Oculus Rift, что я делаю с этими идиотами там? Да, мы как бы и с Oculus Rift там были. А на самом деле, что я делаю? Давайте, пока. Короче, давайте сейчас вот это вот просто покажем гейминг. И это, представляете, это начало, и мы начало не могли пройти.
О чем ты говоришь? На шескаче, вот о чем это говорит. Это говорит о том, что руки просто вообще не то, что крюки. Не для скуки. Ну, кстати, да. Ты вот смотри, ты щит кидаешь, как этот, как Капитан Америка. Как нет, как Зинка, принцесса Воин. Капитан Америка. Зинаида, принцесса Воин. Принцесса. Там что-то лезет. Это я. Окей. Моя пачка. Что не встанет на пути? Где ключ? Где ключ? У кого ключ? У меня, не ори. Так открой дверь-то уже, господи. Это что, знаешь, это были мои деньги. Вот эти деньги, значит, мои. Этот тоже. Нет там денег вообще. Блядь, там это бред про деньги. Давай. Оп, продолжай сбежал, как побитая. Кипшутинг. Я забыл, что у меня есть бомба. Да вообще, кто курочку возьмёт? Моя должна... Я больше всех пользы приношу, и поэтому больше всех у меня жизней. Пользы занимается. Он говорит про пользу, этот человек. Вот тут мы сейчас, кстати... лицо, да? Я смеюсь вообще. Там, кстати, бочки можно у тебя брать и ставить возле этой хрени. Да не надо лучше ничего там брать. Это же жесткач. Ты чё, мы без этого вообще никак. А, ну да. Я забыл, простите. Ой, бомба! Эй, фати бомба! Эй, фати бомба! Бом-бом! Нести взрыв в молодец. Бочку. Кто будет нести взрыв в бочку? Ты. Я не дурак. Ты же самый здоровый у нас тут. Ну, жахни. Обязательно жахни. Вот трещина же, ну. Ну так жахни в трещину. Я поджег. Вот так вот. Ключ! 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 Ключ. Кто-то без ключа. Открывай. А, чуть-чуть налево сдвиньтесь. Я сейчас бочку подарю. Подарю. Подари мне, подари. Подожги ее. Ты поджигаешь. Так там просто ударить и все, и она под это. Блин, я пролетел мимо. О, вовремя. Полезная, полезная бочка. Я должен был показать. Курочка моя. Не умеете играть вообще. Пахни, пахни, пахни. А пойдем дальше. Вы представляете, что мы еще так далеко никогда не доходили? На самом деле, да. Потому что это все еще жесткач. Потому что вы ложитесь, падаете просто под всех, кого можно. Обидно, обидно. Вот тебе еще бомбу. А нет, ну ладно. Как можно вот вообще моими стрелами так расковырять этот идол, тот темп? Легко, я тебе говорю. Для этого у нас скиллы. Бойтесь меня, слуги зла. Окей. Ты зачем озвучиваешь персонажа, если мы тоже слышим озвучку? Потому что я... Ну, не беси там, все нормально. А, хорошо. Окей. Я просто не знал. О, это... О, смотри, пень. Какой? Ну, египетский стиль. Шарите в архитектуре, что ли? Где же тут Египет-то? Господи, с кем приходится иметь дело? Некультурный. С кем приходится иметь дело? Один тут культурный, второй Петросян. Культурный Петросян. Культурный Петросян, да. А это ключ брали? Не надо! У кого? Тебя ключ. Открой дверь. Открой дверь! Там внизу что-то... Подожди, туда и надо. А вот тут... Да. А вот тут нычка. Какие вкусняшки? Идём сюда. Посмотри, сколько там всего! Вот так! Бам! It's a bomb! Get out of here. Бля, все собрали, пока я все выпивал. Да, именно так это и происходило. Я только звал открывать. Я вообще открывать не хотел. Кто стрелял? Какая-то бомба. Ну, конечно. Булька. Да хватит бить ты уже, все. Справился. Что я кинул-то куда-то вообще? Ну это твоя вечная проблема, что-то кинет куда-то, а потом что вообще там? Потом вообще, да. А потом вообще. Там налево еще можно. А вниз, вниз. Так вниз-то интереснее. Так-то да. Он какой там Dark Souls? Тут вниз ничего нет. Как нет? Ничего нет, говорю, вниз. Давай, подожди, давай вместе. Давайте вместе. Давай вместе прыгнуть. Раз, два, три. Полезно. Вообще вместе, короче. Я на два прыгнул, все нормально. Так. Да убить уже их, господи. Я вот этого кто-нибудь убьет? Е.
Я думал... Балам его расчекрыжило. Да, деньги. Деньги, дребби, деньги. Дальше я не помню слов. Это деньги. Да. Это деньги. Оставляю все. Я взял корону, и теперь я принцесса Шабалда. Окей. Принцесса Шабалда. И без него был. Класс. Бабло. Бабло! А, неудачники! Смотри, там, по-моему, нас там что-то ждет. Давай, пошли. Я готов. О, а, золото. Черт. Уровень зачищен. Конечно же, конечно же. Счет убийств, естественно, у самого крутого чувака, самый крутой. Как так вообще? Как так? Мы не очень это. Вот что значит. Ты смотри, кто тащит нас вниз. Кошка хорош. Да? Кто тащит? Я на старика нормально наработал. Смотрел. Кстати, неплохо справлялся, да? То есть... Старые старики, это его профиль. Это тоже уровень или уже новый? Я наработался. Это новый уровень, естественно. Есть! Что умный человек говорит. Обнаружен враг смерти. Сзади, ёпт! Время еще не пришло! Просто бежать! Старик такой, мое время еще не пришло! Мое weapon ineffective! Я еще поживу. Девочки. Клубничка. Мороженое. Это все, что мне надо сейчас. Бежать, парни, корону отдать. Куда сутка? Бежать? Что, смерти боитесь, что ли? Да. Что хотите, чтобы... Да. Что? Чтобы ты там не сказал, все равно да. О, слушай, она же гоняется за нами, она хочет убить. Корону верни. Я король. Кто король? Я король. Король. Даже про сундуки позабывали. Вот. Нет. Как? Какие сундуки? Не было там сундуков. Закрыто! Так, тихо. Вот думайте так. Логически. А, быстрее я бежать надо. Все. Такая лодка, ты посмотри там с спины, что это логически. Дорогу! Да прожигай там, ты же жгучий парень, ну. Вообще горячий. Бабай по. Больно ты как. И неприятно, самое главное. Деньги. Ключ. Давай быстрее! Я вон туда, короче, все. А я вот сюда. А там... я за монетами. О нет. О но! Вот и посмотрите на этих людей. Дуре! Ключ взять. Надо было. Да давайте, ну. Ну давайте, прыгайте. Я пока деньги соберу. Бежим. Моя корона. У кого корона, тот красавчик. Да? Да. Ну ладно. Это поможет мне сразу. Возьми. Ага. А чего я ключ взял? Не важно. Да мы какую-то вкусняшку там пропустили, блин. Дверь открывай! Подойди сюда с короной, открывай двери! Ну что ты тупишь-то? Подожди ты с короной! Так я... Нет, корона не котируется. Нихера, убиваем тогда его. У тебя, Дима, делай вещь быстро! Чё уже? Добра, всё. Видишь? Вообще! Тяжело, короче. С кем приходится работать это? А ведь ты поверил про корону. Значит, не вообще. Я вообще не понял, что происходило. Корона моя! Ой! Деньги. Моя корона. Моя искра. А может нам его убивать? Но все-таки как бы на легком уровне. Ой, убивай. Что за глупости, что за вздор? Мы не очень. Золото. Ключ. Открывайте. По-моему, нужно открыть. Кто вечно берет ключ и при этом не открывает? Да они... Здесь нужно пережить. Не ключ, не ничего, не просто пережить. Не надо здесь пережить, открой дверь уже, у тебя ключ есть. Нет, здесь надо пережить. Да ты не можешь открыть. И вот сейчас просто. Откроется, все. А что ты тут один рационально думаешь? Кто? Потому что я умный старичок. Я не могу думать вообще. Да ты-то понятно. Блин, корона! Хватит брать корону. Не, я думаю, какую-то приколюху дадут, если мы с короной дойдем. Да, мне тоже все стрессовать. Почему я куркаться не могу? Почему ты забрал мои куры? Ну, потому что они мои куры, все нормально. Спокойно. Пошли просто перепрыгнем. Сейчас все будет. И куры мне дайте. Дайте куры, пацаны. Вон там. А куру я себе возьму. Возьми. А вот здесь вот вниз можно. Оно идет, it's coming. Черная тень. It came from the blackness. А есть тень другого цвета? Синяя тень, красная. В смысле, ты об чем вообще? Только. Я сказал черная тень, а потом задумался, есть ли вообще черная тень. Белая тень, точнее. Есть. По-моему, пора бежать. Все есть в DLC только. Покупай. Белую тень.
розовую тень. С блестяшками. И корона. Ой. Ля, как он, слышишь, бабло собирает. Быстро телепортнулся, быстрее всех. Да это вот вообще нечестно. Ты подвинь, сейчас локтем дам. Все, валим, валим! Четко, четко. Like a boss вообще. Он счет золота видел. Кто чемпион мира? I am the champ. Нихера себе. А, из-за того, что корону взял, сучка. Сучка, это моя корона. Вот это было обидно сейчас. Я знаю. Совет, не садитесь пьяным за руль. Что? Я с тобой проорал еще, когда ты только игру загружал. Да? Да. Ну вот это всегда можно сказать, а на самом деле это неправда. Типа я это еще полгода назад видел. Угу. Типа, чтоб не казаться лошарой, да? Арену? О, сейчас походу что-то полезет. Что там полезет? It's bam! Look out! Nee. Нужно больше золота. Постройка Зиккурата завершена. Да, именно так. Все взрывается. Блин. Что горит? Мы горим. Где я? Я себя потерял. О, открыто достижение, верный выстрел. Ну надо же. Какие достижения? О чем ты? Ачивменты. Мне наконец дают ачивменты. О, смотри, какая тема. Я, оказывается, какая тема? Планов. Нет никакой темы. Вот еще одна эта, давайте. Арбайтер. Них капутен. Ну, надо сказать. На нем легко. Что одна такая штука? Вы будете помогать, нет? Нет. Нет? Мы на легком играем, сам справишься. Так это легкий? Да, да. Самый легкий. Самый легкий? Ты что, будешь? Реально? Серьезно, простой поставил. А ты думаешь, мы такие крутые? Я думал, я крутой, я думал, я играть научился. Прекращают это. Неплохо. Неплохо. Как узнать, что Деда Мороза не существует? Мани, 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 мани. И все-таки перемещаться резко научились. Да. Кстати, Дед Мороз существует только Санта-Клаус. Вот. Ну, собственно. Как так вообще? Я круче всех, и я ни разу чемпионом не стал. Естественно, нет. Все, что ли? Ну, как бы да. Это же пресс-версия. Мы ее посмотрели. Не, покупать надо сейчас что-нибудь. Че он, три косаря? Она игра выйдет 23-го, по-моему, или 24-го числа. Будет в Steam, в PlayStation, в Xbox. И вот, можно будет скачать. В целом, короче, в коопе игра простенькая очень. Здесь она будет недорого стоить. Потому что в коопе поиграть прикольно. Я купил кольцо холода. Я купил кольцо тоже. Я кольцо холода. Давайте попробуем, что такое кольцо холода. Подожди. Я хочу. А где мои деньги? Где мои деньги? Нет у тебя. Мы пока там все холодно какие. Пока ты там галдел, да, мы уже все купили. Сапоги Ранадана. Давай, заходи. А, слышь, подожди, а тут второй уровень же открылся. Подожди ты, я не успел надеть. А можно выйти? Там второй открыт, там. А можно выйти? Серьезно, там вторая комната открыта. Да вон у нас один самый главный может это все вернуть. Да давай, блин. Прощай. Так давай уже раздуплись там. Вот я раздуплился, я тупой, я знаю. Чё ты долгий ты такой? Я, короче, вообще просто превознемогаю вот это. Да, всё, ты говоришь, всё, тут да всё ещё знать. Тут всё открыто, давай, у нас всё, версия. Да? Сейчас игру пройдём, я. Да. Да, я. Go, фонарь, go. Я. И слих-мих-мих-мих-мих-мих-мих. Вообще что-то изменилось? Нет. Давай, погнали, да? Как не изменилось? Тут все деньги мои. Погнали, все изменилось. Вон, что, кости с черепами. Да какой погнали деньги-то, ну? Подожди, деньги, монета. Сука, монета. Привет, Тёма, да спустись ты, он сейчас лопнет. Тёма, монета, сука, Тёма. Я... Сейчас. Скотина. Смогу. Деньги внизу, смотри. Я тебя сейчас убью. И не смог убить его Джонни Блейз. Inevitable. Да блин, зачем ты вот это вот... Зачем можно вот я... это получил? Подожди, я тебя сейчас закрою. Черт, не получился. А как? Чё вот мы кольцо холода купили? Вот чуть. Трещина слева в стене. Да кто бочки все подрывает? Я только две. Показал, как это глупо. Всего две было. Подожди, а я могу взорвать их? Да не можешь, все бочки уже... А что если? Остальные ты куда? Да. А кто твоя пикарда пошли? Подожди. Не пикарда, какие пикарды? Пикарда обычная. Да ты тоже не можешь, тут только бочкой.
про петарды, что ли, говорил только что? Пикарды. Пикарды, пипарды. Гепарды. Пика. Да ладно, у вас что, никто не называет петарды пикардами, что ли? Нет, мы живем в цивилизованном обществе. У вас даже пенсионеры цивилизованы? Да, видишь меня, видишь? Ля, вы, короче, крутые. Обнаружен скелет. Враг, скелет лучника. Обоссаться. Умейте скелет его, лучника? Ага, прикинь, лучник, да? Скелета. Во всех играх. Это как скелет нормального человека. Во всех играх, то есть там лучник-скелет, а тут скелета. Что? Не скелета, а лучника. Да какая разница, что ты пристал? Разница, колоссальная. Огромная разница. Куда вот вы вообще, вот зачем вы это делаете? Паркур. Ну вы посмотрите на этих, а? Я куда ты не пойдешь? Я пойду. Камера идет за победителем. Давай по атмосфере, Тёма. Давай. Более по атмосфере. Давайте медленней. Темно. Еще медленней. Я чувствую врага. Еще медленнее, давайте. Все, уже мне. Дима, к тебе подходят враги там. Я убиваю, как бы. Видишь, рука смерти. Он сейчас больше нас понаубивает. Так он на это и рассчитывает. А, нет, я не допустить этого, постараюсь. Пошел курицу с халичем. Помните, до хера, что ли? С района какого ты? Объясните, изволь мне. Быстро. Семки есть. Найду, если я. С камерой мобильный позвонок есть? Не открывайте дверь. Еще что? Ключей-то нету, что ты орешь? Как нету ключей? У кого ключ, посмотри. Да вообще плевать. Ты не шаришь просто в этой игре. Мы уже вторую локацию проходим. Так горит, в игре всего три уровня. Тут можно всю игру пройти, и ты, короче... Ну мне так сказали разработчики, я не знаю. Может быть, это второй уровень? А? Может. Может быть, конечно. Ну, это, конечно, только если умничать. На. Но! Может быть. Если не умничать, если то, скорее всего, нет. Вообще, в принципе, не было смысла даже и записывать садиться, если не умничать. А так, когда умничаешь, все круто. Нет. Там внизу типа смертельные шипы смерти, понимаешь? Мы должны были упасть на них и бояться. А еще можно это сделать? Нет. Что ты бояться? Хочешь там? Выруби свое зрение. Тошнит уже. А, прикольно. Ну, так. Вот, возьми, не смотри. Вот есть ген такой, чтобы смотреть и видеть людей без одежды? Смотреть и не смотреть. Нет? Нет. Беспонтовая магия. Согласен. Зачем вообще нужна магия, если не для этого? Ну, нету для тебя. У меня-то все время такое зрение. В меня пикарды! Пикарды! Пика-пика! Пикарды! Пика! Катю! Катю! Это было как у миленького котенка просто сейчас. Катю! Няшечка! Я няшный. Мы делали это очень быстро. Умолчали. Каждый задумался о своем. Мир интересно, откуда у меня столько стрел? Каждый подумал о том, что, блин, что я сейчас вообще делаю с этими людьми здесь? Что я делаю со своей жизнью? Почему ты так культурно мои мысли сейчас прочитал? Они немножко по-другому. Мысли, а что там? Факел, да? А ты туда побежал? Да нормально, что ты этот? Я Найн! Вообще-то да, ты был прав, Найн. Курочка. Моя. Тебе-то что? Блядь, все курочки. Мне курочку. Некромат, и бухло тоже. Как он здесь сдох? Опа, на, лич! Лич, бич, сука! Иван Кузьмич! Ой-ой-ой, бомбочка упала! Вахтанг, больно! А, что со мной? Какой вахтанг? Кажется, мыло уронил ты. Я сейчас попаду в него. Бабло! Он там такой, нет, не пойду. В это табло персой. Меня подождите. Я же. Бочки, подожди. Давайте туда аж бочку донесем. Точно, смотри. Кому бочку? Ну вот, смотри, вот тут стеночку надо взломать. Вскрыть аккуратно, я бы сказал. Давайте назад отнесем. Поставь я сюда! Тикай! К той стене, которую мы тогда не взорвали. Че это я все придумал, я ничего не собрал. Курицу дай! Я бочку нес. Вау. А понесем бочку к старой стене? Да, я ж говорю, давай. Хорошо, понесем. Там прыгать надо раз 80, ну ладно. А
Давайте по атмосфере нести больше. Да не стыд. Закрыть. Это не входило. Фак, нанесли. Да. Да и никто не взорвал. Сюда же идти нужно. Ну и ладно. Что я тебе сказал? Умничай. С левой лестницы. Супер. Мне нужна помощь. О, монетки. Старик кричит. Мне требуется клизма. Благодарю. Кто-то встунул. Я ее пронесу. Поставил. Взрывай. Тихо. Ой. Кто вот это все натворил? Я? И там поляки. Они-то тут при чем? Я не знаю. Поляки всегда виноваты. Чё, вот этого-то кто убьет? Нет. Все приходится самому делать, господи. Вообще, ну, да. Бабло. Мне курицу нужна. Было моё бабло. Курицу сожрали. Почему они попадают в двери? Судорога! А кто перемещается? Почему я перемещаться не могу? Потому что ты не очень. И не очень просто. Я, короче, все это время мог вот так вот делать. А я тебе говорил про Б. Dark Souls. Уиньк. Ау! А кому-то не повезло, да? Да, да, кто-то лошара. И наткнулся на шипы в то время, как остальные прошли. Уайлиза! Уайлиза! Давай! Нехило. Да взрывайся ты уже, ну. Вот. Вот сила истинной магии. Вот стерва. Вот сила бабла. Как-то вообще не точно прыгал сейчас. Научу. Ах ты ж нихера. Не будь к нему так критичен. Я буду тут стоять, короче, пока у всех не убьете. Я тоже хочу немного золота. Я машину хочу купить. Да все равно ты ничего не успеешь купить. В смысле? Ну, просто смотри, ты пока скупляешься, мы заходим в локацию, таймер идет, и ты ничего не успеваешь покупать. Уничтожь. Взорвись ты уже! Ау! Я считаю гениально вот это. Так, тут один ключ на выбор, куда пойдем. У нас есть тут и тут двери. Старик, давай. Отлично. Отлично. Куда идем? Где выгодно? Господи, наверх пойдем. Заговорил. Я здесь что? Давайте посмотрим. Я не знаю. А тут бабло. Вот это все, короче, вопрос решенный. Лутай! Я взял говно. Бабло, в смысле. Здесь, кстати, тоже ключ. А, ну тогда вообще... И деньги твои я взял. Что со мной? Я взял деньги Тироса. Кой. Ты не взял мои деньги. У кого корона? Тира, нет, деньги 400 взял. Монет твоих взял. Положи корону. Положи корону, скажу. Из автов. Из автов. Бдыщ. Говняшка. Марксмен. Не. Максмен. Человек Макс. Типа того, да. Ау. Подожди, я вот сюда могу наверх. Открыть двери. Нам туда кто, и надо. Тёма, можешь делать это. Курицу кому там надо, берите. А-а-а, это были мои деньги. Тихо. Чёрт! Еда, что же так тоже это сделал, мудрёнше? Она исчезла, корона. Давайте мы сможем. А, нихера себе, вот это такое. Смог. Вообще спокойно пробежал. Не очень такой. Умри, чтобы. Оживите меня. Повернулся. Спасибо. Так ты сам оживился. Вообще, я знаю. Идите сюда. Оп. Легко. Пробежал. Даже не задело. Нет слов просто. Одни сопли. Одни междометия. Умный, что ли? Что я взял? Что это такое? Что это? Слушай, а эти штуки вставлять туда надо. Я понял. Я понял. У него корона. У кого корона? У него корона, у меня шива. Мочиво! Корона у меня вообще. Давай. Положь корону. Ку заставляет. Корона заставляете корона, делать. Корона положь. Ё-моё! Анжелочка! Анжелочка. Где папа Зогла? Папа Зогла! Люда, тише! Дверь открой! Корону положи! Ну-ка, тише там с королем.
А, это было моё! Бай! Последний горшок. А попало, короче. Let's go! Томатному парню. Ну давай, Мерлин, ты с королёй. Ой, с королёй, господи, с короной. С королёй. Вот это было очень раздражительно. Ты сейчас зачем вот пропустил? Реликвии можно улучшать в магазине. Почему вы пропустили? Я не увидел, что... Побежали. О, за нами опять эта хрень гонится. Плевать. Да. Кажется, и пофиг, кстати. Кажется, геймплей повторяется. Ключ. Нет. Тебе кажется. Тебе кажется. Дверь открывай. Открывай дверь. Ой, меня втащи. Нет. Двиган. Капутен. Майнен. Там сзади какие-то назгулы. Может, того, валить пора? Да, стою. Эльф вообще не очень. Уже который раз. Если не очень. Вообще не очень даже. Он просто пытается завалить. Корона, корона. Да чё корона? Какая нафиг корона? Корона! Короче! Мерлин погиб за корону. Мерлин погиб. Мак, ты снова жив. Мать его. Вы чё, не хотели? Там корона лежит. Пошли за корону. Дверь открой. Там мёртвы все. Команда мечты. Чё ты вещи мать? Убей его, она убила. Я погибла. Я погибла. Мое бабло. Вот золото. Да какие, какое золото, за нами смерть гоняется. Да хрен. Да, смерть вообще не очень золото. Открывай дверь. А за вами гонится, за мной нет. Ой, по байке. Так, ладно, дверь открою я, нет сегодня. Вот это на самом деле, да. Очень сложный вопрос. Wait for me. Блин, я постоянно смотрю на кого-то другого. И вот это вот постоянно такая фигня. На постой. Ой, посмотрите, у кого корона. А? Ой. Уйди, уйди от меня. А, конченая. Конченая. Маркописина. Все, открывайте. Мразота. Порядочный человек. Просто плохая личность. Пью-пью-пью. В эти моменты надо звук какой-нибудь кошачий такой. Корона. Ой, снизу так. Черт, упал. Корона, короче. Вот он. Я проще с... Нет, ты посмотри, корона где осталась. Моя курочка осталась. Не съедим. Какая корона вообще? Да вот ты вообще все. Не отстреливаешь, да? Корона Фил. Фобб. Они убили Мерлин. Я просто хотел курочку. Давай мы пока полутаем бабло. А, сучьи призраки. Вот так вот. Ай, так вот. Вот так вот. Ай. Конечно, здоров. Надеялся, да, там? Так ты чё, подождал вот это, пока мы пройдем? Не, да, у меня там... Ну да. Да ладно, что ты врёшь-то, ну. Всё, мы поняли уже. Корона. Моя корона. Фрекенбок. Breaking Bad. Время варить, Фрекен. Время варить, Эн. Ой, иди. Там трещина, если? Да вот сюда идем, ну. Да подожди. Я за ней гонюсь. Ой, золото. Все такие помешанные на золоте, нельзя быть такими. Золото хило. И кто куда? Я так мало собрал, а мог бы так много. Оцепись от меня. Что ты делаешь? Корона. Да быстрее, а меня съедят сейчас, пацаны. Я вообще не понимаю. Че, ты очкуешь-то, все нормально, корона у меня. Ты вообще не очень. Тебе не идет, сбрось ее быстро. Блин, ты ведь сбросил. Глупый. Чё она пристала вообще? Чё хочет? Да давай уже, ну. Она за вами гонится. Ну конечно. Грибы. Грибы отсюда.
Давай. Корона это еще. Анжела. Вы там уничтожаете, я корону несу. Ивановна. Ого. Что, охренели что ли? Она съела меня, парни. Бери монету его. Я золото. Совещание в левом ящике стола. Как зайдешь налево, еще раз налево. Конечно. О-о-о-о. Я тут должен был. Я не мог не воскреситься в таком месте. Кто? Курицу съел. Эй, человек с ключом. Сволочи. Тёма, у тебя 3 ключа, иди открывай. Я не пойду, умрите. Вау. Вот. Тюх. Вау, полегче. Ничего там не покидает, все хорошо. Надо бежать. О, золото. Пошел в жопу. Да. Не пропускай сейчас. Кто победитель? We are the champion. Капец, какой-то отстойник. Да, чемпион. Отстойник выиграл. Это вообще-то нет. Это испытание будет посложнее предыдущего. А, сейчас да посложнее-то, ема. И так уже еле погребаем. Конечно, да, сложность такая, что... Dark Souls там вообще никак. Какая сложность? Не, ну так-то, если бы сложность была, то мы бы не прошли первый уровень. Так-то да. Поэтому только кооп. Что там крутится? Что, вентилятор там? Да убейте вы его, спины кто-нибудь зайди. Вот это сейчас было скорее не больно, а обидно. Кого лезу? Вот этого уберите от меня. Убери его! Убери меня с собой. Ого. Корону уже где-то одел. И где корону одел? Памбл-пам. Вот это наложил сейчас кучу. В уголку. Вот это красавельчик. Еще, вот еще две. Да то по что. Вот как надо. Вот этот парень это сделал. Сочи! Да дохнет уже, ну. Во. Annihilation. Total. Total destruction. Отличный бой. Усё. О, монета, монета. Куда? Как куда? Я в центре такой, налево-направо. Куда идти? А я здесь собрался. Блин такой. В итоге собрали все мы. Ничего. Ну да. Это было... Уровень зачищен. Круто. И снова победитель очевиден. Вообще-то нет. Вообще бегает второй раз уже. Бешивает уровень. Я все, короче, песни. Выиграл. Я выиграл игру. Вышка. Да, третий открыт, видишь. А тут смотри, тут еще и направо можно пойти. Так там. Да вы там офигеете, короче. Там еще и налево, наверное, можно пойти. Кажется, полезная вещь. А может три уровня, это три вот раза по 4 раза. Так я же говорю, да. Но я думаю, достаточно. Да. Я уже наигрался. Я тоже. На самом деле, два уровня, которые мы прошли, они одинаковые. Я вообще разницы не понимаю. Ну и что? Два бесящих типа со мной бегают, бороду мою стригут вообще. В Тетрисе он тоже все уровни одинаковые. Я в домике, отстаньте. Ну вот и все. Не уйди с моего домика вообще. Ну всё, тут, ё-ма, я тут сижу, жду, пока пойдём третий уровень проходить, а вы какие-то не очень. Какой третий уровень? Не пошел, смотри. Как это какой? Ему смотри, ему понравилось, он хочет еще. Чё, реально? То есть... Я не... Что, еще идем, что ли? Что за разговоры? Пошли. Дворец коммуны. Вот это ты вообще упоротый. Распустили тут сопли. Бегом. Я думаю, ну там все. Посмотрели, хватит. Хрена. Отпусти нас. Я подбираю за вами. Что ты подбираешь? Монеты. Идете вообще, не собираете ничего. Что это? Что это? Неси это. Телевизор тащи. Вот что плохо, вот можно было разделиться и пойти одному направо, другому налево. Мы так и делаем. Нет, ты сейчас вообще делаешь все неправильно, Артур. Ура, иди сюда. Короче, придется воспользоваться читом. Помощью зала.
Капец, вот этот старый пердун. Согласен. Бесит неимоверно. Не очень такой, да. Че, мать, стрел так мало сносит? Может мне купить что-то надо? Стрелы. Да. Купить. Ты китаешь ты. Это было страдал. Что вы сделали-то, ё-моё? То, что необходимо. Кто бесит? Кто бесит на дне океана? SpongeBob Hard Games LP. О, надо SpongeBob записать. Кто обитает на дне Ютуба? Было обидно. Бойтесь меня, слуги зла. Конечно. Ну, а то сейчас натворю херню какую-нибудь. Да на постой такая фигня. Да вообще бесишь просто. Да пожрать надо. Смотрите, трещину в стене. Да вот кто это, ну? Больше трещины в стене. Ты бы успел донести. Валькирия. Я несу! Две ачивки, конец. Золото. Взрывной конец. Что за... А кто-то воскреситься не может. Умрите от повреждения территории. Да могу я. О, смотри, подожди, да стой, не беси меня. Я вижу, там просто золото, видишь. О, воскрес? Да. Ну, я даже не знаю. Залетай! Хой-хой-хой-хой! Старый хой-хой! Старый хой-хой. Самая осмысленная вообще игра в команде. Алкал ключ. Еда была уничтожена могучей валькирией. Бойся, еда написана. Ну да. Несешь какую-то чушь. Это было написано, я тут при чем? Конечно, на древних камнях. Валькирия промахивается. Что написано, тема вытрена. Что, дверь-то откроет? Уничтожьте этого чувачка, у меня ключ сейчас открою, подожди. Я должен быть готов к этому. Вообще всех задержишь, уже серию давно закончили. Нет. Будь немножко спокоен. По атмосфере. Хорошо. Золото сколько, господи. Вот. По-моему, они все умерли. Да, если вы до сих пор это смотрите, дорогие зрители, и вам это нравится, то вы вообще, я тогда это сделал. И если вам это не нравится, тогда я не виноват. Ты про чё? Ну, просто мы бы могли закончить серию, а так... А, это серия, да, всё было? Типа ты это сделал, спасибо, скажи. Да, да, да. Я, короче, этот... Лучше деньгами. А я вообще проснулся вовремя. Ну окей, хорошо. Можете написать в комментариях, что типа... Что тема не очень. Что... Да, не очень. Ля, кто хотел вторую курицу сейчас схватить? Я конечно. Все блин, хотели. У нас у всех, короче, одинаковые мысли. Кто с короной? Кто с ключом? Какой-то не очень. Кто всем командует? Не очень. Я. Давай вперед. Че, возьмите уже это, пойду, че я бамой. Я тебя послушал. Старик пускай тащит. Согласен. Не жалко. Старая кошелка. Вот, нате вам, поставлю. А, так мы вернулись. Да ладно. И сейчас за третий. Наверное. Да? Как это? Так вот сейчас логическая цепочка выстроилась у меня в голове резко. Деньги. Флиппендо. Лохомора. Авада Кедавра. Еп. Тихо. Не было такого. В смысле, такого. Я сейчас это выпендрился? Авада Кентавра, я хотел сказать. Ну, вот это другое дело. Простите меня. Я больше не повторю своих ошибок. Чё, кентавра? Да. Лаванда, кентавра, все хорошо. Вот это было мастер. Ну я просто бегаю. Так там вон надо, сзади. Вот. Потом взрывался. Вот так вот. Валькирия не промахивается. Ничто не станет. Что? Вы там вдвоем вообще, короче, не могли что ли все сделать это быстро так?
Вообще-то могли. Вообще-то вдвоём сделали даже. А чё я один сделал? То, что бочки-то несём? Неси. А, не делай этого! Давай, давай. Кто им? Чёрт, блядь, нет. Ключ один, поэтому... Поэтому даже не было смысла. Я же, вы понимаете, да, что я. Не надо этого делать! Не надо! Корона! Моя корона наверху! Как ее взять? О, кстати, я могу украсть у тебя корону. Окей. Эй, подожди. У меня тут мед. У меня все здесь хорошо. Хани! Оп, 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 оп! Давай, 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 давай! Отворяй калитку. Кто же откроет эту дверь? Дотачи. Это не я. Пока никто. Не только лишь. Бдзинь. Бэйн. Бэйн. Давайте, я готов. Я готов, я сейчас всех. Я граната! Оп! Жахнуло. Жахни, Фёдор. Пендаль. Нет, Фёдор. Пендаль. Понятно, там даже не было смысла стремиться, тут там налетели. Просто мыши. Ну да. Рокеры. Ой-е. Да, был такой мультик классный. С Марса? А откуда же? Кому бомбу? Ну, пока там люди занимаются, я все собрал. Да мы видели там, короче, просто это... На мыши сел, короче. Медь. Вообще свинец. Сел на мышу и все собрал. Так, мое, мое, мое. Кто телепортировался вперед? Кто тянет команду вперед? Кого борода длиннее? Самое слабое звено. Да я сам уже не брит. Недели три. Кто прыгнет вперед? Отсутствие зеркала вообще, я хочу сказать, облегчает жизнь. Что? Какого зеркала? Любого. Ничто не рабочего. Нет у меня. Я так понимаю, что это к чему-то, но я не понял, к чему. Не, ну к бороде. Что я уже брил три недели. Не ломай, я уже месяц не брился. Ты... Кто не бородат, а, я сейчас умру. Чем больше враг, тем громче будет падать. Тем гуще помидоры. Я умер. Трёшь мои зёли, товарищи. Помидоры засадили. Томат, кетчуп. Ты, конечно, пока вас прикроешь, вы же там никого не убиваете. За золотом, все за курицей. Вон щит его, убей со спины, ну. Вообще ключ у тебя, Артур, открой вот эту дверь. Я знаю, я сначала пожру, короче, пожру я. Вот ключ взял. Теперь иди трать свой ключ. А мы здесь такие постоим. А я тут пока все соберу. Так-то оно, конечно, так, но тут золото. Что это за магический свет? Неважно. Я такой, о, некромант, такой, умер. Еще один. Господи, некромансер. Слушай, я только сейчас понял, как умениями пользоваться, которые мы покупаем. Как? Ну, левый, правый бампер. Как оказалось. Ну, дело в том, что ты так носишься, что мы никакие умения купить не успеваем. Правильно, что вы как эти? Кто? А что я не двигаюсь? А, меня заморозили. Ты мертв. Я не мертв. Плохо. Просто так пахну. Так а чё, один раз только за уровень можно использовать? Не очень, короче, даже деньги не тратьте. Замолчи, просто мышь. Просто дичь. Ну вообще, короче, все понатырили. Да давай уже вниз пойдем. А чё вниз-то? Чё там внизу-то? Есть чё? Может, чё есть. Ключ возьмите, ёпта. Кто в короне, тот такси. А чё тут за хрень вверху? Три и эту полоска красная. Шаху пометили. Открывай, бля. Открывай, вычиняй. Старика заставляете работать. Вообще молодец. Распоясалась. Главное, не кормят меня, даже монетки не кинут. Вон справа. Это было очень подло. Вообще-то был ключ, была возможность. Все. У вас по два ключа. Где открывать? И что? Тебя это беспокоит? Направо! Направо! Нет, налево. Меня убили за вас! Конечно. Тупо, короче, из края экрана прилетело что-то и убило меня. Так нечего там лазить. Так там мои деньги были. Были. Сейчас будут наши.
Так там деньги. Э, куда побежал? Я умер ради этого. Чтобы мы собрали? Молодца. Вот этот командный игрок. Ох ты скотин. Да, я Скотт. Шон Уильям Скотт. Вот. Чем больше враг, тем громче будет падать. Смотри, шкала увеличилась. О, это Валькирия, это просто образец вот этих неизбитых фраз. У меня встал. А вот это. А. Подожди, а внизу мы три двери открыли или две? Смотри, там снизу какой-то этот Асмодан. А можно? Смотри, Асмодан. Можно. Не кидай его, Асмодан. Я ему пукан взорвал сейчас. Короче, 13 баксов вот это стоит в Стиме, кстати, между прочим. Угу. Вот. Если кому вдруг понадобилось. Да давай ты уже стреляй там. Ау! Кто погиб? Я не погиб. Ты погиб. Кто сказал, что я погиб? Ты. Я? Да. Как обычно, осмысленности. Zero point zero. Да убей ты его уже, вот. Убейте, пришел порядок навел. Так ты пришел, я навел. И... Давай! Направо! Право! Ключика. Ни у кого ключа нет? Нет, вон золото, все, стойте там. Да, ключ возьми. Пес. Где ключ? Где он? Нам прищ, нужен ключ. Прищ. И тут нам. Тоже. Ну все, ничего не очень. Я короче, знал, просто, не надо. Просто просрали все на свете. Просто вообще вот все. Заходите в дверь уже. Потратили ключи вообще ни на что. Уровень побежден. Конечно же, что ж такое, ну? We are the champion. Как же это бесит. Короче, все, хорош уже бесит. Играть. Что, сдался, что ли? С вами. Что, еще хочешь уровень? Так это же не уровень. Ты что вообще куда спешишь? Давай. Мы еще от черного ублюдка не убегали. Вообще не повторяется. Это как это? День сурка. Нет, как «Грани будущего». А, теперь у тебя новый фильм про это время, да? Ну еще есть. Я не смотрел еще, подожди. По-моему, вчера. Там, короче, в конце этот. Вот видите, да, какие они сучки. А еще этот, как он называется, где там в поезде вот этот чувак тоже там постоянно возвращался. Джилленхол, который. Джилленхол, да. Горбатый гор. Да, вот этот. Угу. Как он называется? Он называется Горбатая гора. Там про двух мужчин. Они любили друг друга. Ты пьян, что ли, сейчас? Я буду пить. Да. Нахрен мужчин. Ну. Ты мелешь. Может, не совсем мужчин, конечно. Курица! Там была курица. Не буду курицу. Да, плохая курица. Меня сбили! Ой, кто-то умер, а? Короче, не очень такие, все. Все там, все, хватит. Исключить кого тут, исключить из игры, все. Эй! Все. Вообще, короче, заколебал. Не очень. Исходный код называется. Точно. Спасибо. Это все из-за того, что ты меня исключил. Короче, всем пока. Это если совсем коротко. А вот как надо сделать. Все, я могу кстати, сейчас пройду. У меня будет серия с крота. Удачники. Меня сейчас навешают. Все, убили.